аплодисменты Денису Шиферову. Спасибо. А сейчас на сцену приглашается вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца». Художественный руководитель Виктор Рязян. Музыка Раймонда Паулса. «Листья желтые». Немножечко. Помахай ручки. Можно остановить. Дело в том, что мы хотим все-таки сказать несколько слов в адрес Игоря. Мы сейчас переставим эти песни, вы поймете почему. Дело в том, что в 75-м году вышел фильм, который называется «Мы Архимеды». Там, ну, такой музыкальный фильм. И всю музыку и песни к этому фильму писал ансамбль «Поющие сердца». Потому нам посчастливилось работать и с Марком Минковым, чья музыка вот вы сейчас услышите, и с Игорем. Ну, долгая была работа. Единственное, могу сказать, конечно, хотелось бы больше таких иметь друзей и коллег, как Игорь Шиферан. А сейчас, дорогие женщины, мы исполним песню и посвятим ее вам из этого фильма, написанная Игорем Шифераном и Марком Минковым. «Мы слова найдем такие нежные». Мы слова найдем такие нежные. Ваша
победитель желтый.